Привет! Сегодня хочу поделиться рецептом фаршированных кабачков. Это быстро, просто, вкусно и всегда красиво. Одно из любимых летних блюд подойдет как для обеда, так и для ужина. Итак, приступаем. Займемся сначала кабачком. Многие в предыдущем рецепте про кабачки писали в комментариях, что это баклажан. Нет, это не баклажан, это такой сорт кабачков цукини. Очистим от кожуры и порежем на кружочки шириной 2 см. Теперь при помощи столовой ложки убираем середину. Подготовленные кабачки кладем в миску и солим. На 1 кг кабачков 1 чайная ложка соли. Хорошенько перемешиваем. Дадим кабачкам обязательно постоять минут 15. Так они дадут жидкость и в готовом блюде не будут водянистыми. За это время займемся начинкой. Луковицу порежем. На сковороду наливаем немного растительного масла, примерно 2-3 столовые ложки. Кладем порезанный лук и жарим до полупрозрачности. Снимаем с огня. 2 небольших сладких перца порежем. Порубим немного зелени, у меня зелень укропа. При помощи блендера измельчим перец, 3 зубчика чеснока и зелень. В миску кладем 500 грамм фарша. У меня фарш смешанный. Добавляем измельченные овощи. Обжаренный лук тоже пробьем блендером и добавим к фаршу. Добавляем половину чайной ложки соли, черный перец, сухую аджику и перемешиваем. Если фарш получился суховатым, добавьте столовую ложку сметаны. За это время кабачки выделили жидкость, ее сливаем. Кабачки обсушиваем бумажным полотенцем. Берем противень у меня фирмы Талер, внутренние размеры 31,5 см на 25 см. Покрытие антипригарное, двухслойное, стилизованное под камень. Смазываем хорошо маслом растительным, кладем кабачки, серединку наполняем фаршем. Ставим в разогретую духовку и готовим при 200 градусах 25-30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Натрем сыр на мелкой терке. По желанию сыр можно смешать с майонезом. Посыпаем кабачки и ставим еще в духовку на 5-10 минут до золотистого аппетитного цвета сыра. Кстати, хочу вам напомнить, что официальный интернет-магазин «Посуда Талер» посудаталер.ру специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности смотрите в описании. Готовые кабачки подаем к столу как самостоятельное блюдо. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!